Ага, Груши. груша. Нормально, сколько? Килограмм? Может и больше. Апельсины. Ой, эти мандарины. Угу. Картошка, огурцы домашние, тыква. Картошки не очень много. Немножко картошки. Ну, килограмма, наверное, под два. Дальше тут что? Снова огурцы. Мандарины, огурцы. И, наверное, на стол выкладываю. Сейчас я это заберу. Опять тыква. Ого, сколько тыквы. Угу. Тыквенный пирог будем делать. Да, вот еще тыква. Вот. Тут что-то уже готовое. Готово. Оно мокрое снизу. Открывай, посмотрим, что там. Ну, это мексиканская еда. Каша-малаша. Каша с мясом. С мясной, да. Ага. Тунец. Суп-паёк. Тунец. О, это который папа ждал котов кормить. Рис. Да, здрасте. Нет, но такой тунец я сам поел. Куриный. Там белка. Ну, конечно. Полно. Это у нас что это? Овсянка. А это? Это бульон куриный. И бобы. Фасоль. Молоко. Два детских молока. И что-то на закуску. Такой набор можно брать каждый день в 12 часов дня. Понедельника по пятницу. Недалеко от дома. Каждый раз, конечно, они ложат что-то новое. Иногда еще со Старбакса, да, кладут вкусняшки. Орешки. И орешки, вот а пива нету. Дали такой набор. Вот так. Вся пара на YouTube.